друзья мои. В эфире программа «Ставропольский благовест». Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Молитвенный подвиг – это царственный подвиг. На его пути есть опасности. Об этом на примере иеромонаха со святой горы Афон, попавшего в грех прелести, мы сегодня поговорим. Как-то был случай. «Посетил меня однажды афонский иеросхимонах, — говорит святитель, — бывший в России со сбором. Мы сели в моей приемной келье, и он стал говорить мне: „Помолись о мне, отец, я много сплю, много ем“. Когда он говорил мне это, я ощутил жар, из него исходивший, почему и отвечал ему: „Ты немного ешь и немного спишь, но нет ли в тебе чего особенного?“ И просил его войти во внутреннюю мою келью. Идя пред ним, я, отворяя двери во внутреннюю келью, я молил мысленно Бога, чтобы он даровал голодной душе моей пользоваться от афонского иеросхимонаха, если он истинный раб Божий. Точно, я заметил в нем что-то особенное. Во внутренней келье мы начали беседу, и я начал просить его: „Сделай милость, научи меня молитве. Ты живешь в первом монашеском месте и на земле среди тысячи монахов. В таком месте и в таком многочисленном собрании монахов непременно должны находиться великие молитвенники, знающие молитвенное тайнодействие и преподающие его ближним. По примеру Григориев, Синаита и Паламы, по примеру многих других афонских светильников“». Иеросхимонах немедленно согласился быть моим наставником. И, о ужас, с величайшим разгорячением он начал передавать мне выше приведенные способы восторженной, мечтательной молитвы. Вижу, он в страшном разгорячении. У него разгорячены и кровь, и воображение. Он в самодовольстве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести. Дав ему высказаться, я начал понемногу в чине наставляемого предлагать ему учение святых отцов о молитве, указывая его в добротолюбии и прося объяснить мне это учение. Афонец пришел в совершенное недоумение. Вижу, он вполне не знаком с учением отцов о молитве. При продолжении беседы говорю ему: „Говорит святитель, смотри, старец будет жить в Петербурге, никак не квартируй в верхнем этаже, квартируй непременно в нижнем“. „Отчего так?“ – возразил афонец. „Оттого, – отвечал святитель Игнатий, – что если вздумается ангелам, внезапно восхитив тебя, перенести из Петербурга в Афон, и они понесут из верхнего этажа, да уронят, то убьешься до смерти. Если же понесут из нижнего и уронят, то только ушибешься“. „Представь себе, – отвечает афонец, – сколько уже раз, когда я стоял на молитве, приходила мне живая мысль, что ангелы восхитят меня и поставят на Афоне. Вот что бывает, друзья мои, при неправильном совершении молитвы. И неважно, где ты молишься – на святой горе Афон, в Иерусалиме или в глухой деревушке России. Важно избегать восторженности, мечтательности. Будем, друзья мои, помнить наставление святителя и удаляться от нервно-психического возбуждения, рисуемого нашим воображением, в молитве для спасения нашей души“. Возрождение христианских святынь, православных храмов и монастырей – поистине угодное Богу дело. На окраине Ставрополя в лесной тиши у оврага милостью Божией восстанавливается женский Иоанномарьинский монастырь. В годы советской власти монастырь был закрыт. На территории сначала находилась колония для беспризорников, затем дом отдыха, а с послевоенных времен – филиал психиатрической клиники. Монастырские здания разрушались и ветшали. Мне понравилась в первую очередь здесь вот растительность. Такая была очень зеленая, такая бурная растительность. Я в то время не замечала, что этот дом настолько был запущенный. А вот как бы, а вот эта природа мне очень понравилась сразу. И потом пришлось, конечно, вот собирать понемножку с миру по нитке, как говорится. И обстановку в комнате, и какие-то предметы там бытовые.
Вот. Потом стали приезжать, конечно, батюшка Наум знал, что я сюда поехала по его благословению, и он присылал сюда сестер. Допустим, там приезжала сестра из Суздали одна, посмотрела, как и тут, немножко мне помогла здесь. Одна приезжала из Москвы, есть там такая тоже из Москвы, из монастыря московского, тоже приезжала, помогла немножко, какое-то время. Вот мы начинали все эти коммунальные, все вот эти, все воду, газ, там все это было повреждено, все. И вот понемножку стали обживаться. Потом нам стали отдавать к этим двум комнатам еще справа и слева. Как бы через какое-то время стали в этом здании, вот в котором мы сейчас расположены, у нас и храм расположенный домовой, и все кельи наши, и кухня там внизу, и просфорня внизу у нас. Вот. И вот этот дом мы стали обживать. В то время он, конечно, был в плачевном состоянии. Потому что иногда у меня такое накатывало уныние, что как же я здесь буду жить дальше вообще? Хватит у меня сил вот это вот все восстанавливать, потому что трудно все-таки было вот это. Ну, как-то, видимо, уже Господь раз сюда определил, как говорят, батюшка Наум благословил и только сказал, говорит, ну что тебе пожелать? Смирение, кротости, терпение, вот такие добродетели перечислил. Как бы от послушания не отказываются, как бы, я, как бы такого, было уже такое у меня внутри, что уже послушание надо нести. И слава Богу, вот это первые трудные, как бы, годы они миновали. Сейчас, конечно, уже попривыкла я уже к этому и городу, и к всем, и поэтому ко всему. Сейчас дополнительные начинаются нам передавать здания. Одно, другое, и вот тоже будем дальше их реставрировать. Этот монастырь, как мученик, пережил гонения, поругания и разорения. Но намоленность святого места чувствуется и по сей день. Множество чудесных исцелений получали люди, приходившие сюда, обращаясь в молитвах к Богу и к святым угодникам. Икона Иверской Божьей Матери. Ее сохранила схемонахиня Антония, которую сейчас мы видели на фотографии, она была послушницей нашего монастыря, и она ее сохранила, когда закрывали монастырь от разорения. И она, эта схемонахиня Антония, доживала село Дедовичи Псковской области. И когда наша группа паломников ставропольских приехала в этот храм Дедовичи, то им сказали, что вот эта икона, она Ставропольского женского монастыря. Здесь, говорит, у нас похоронена схимница, она была послушницей когда-то. И вот эта икона, она сказала, когда я умру, тогда уже можете ее передать. И вот когда мы узнали, что наша икона там, и как бы уже схимонахиня скончалась, мы как бы написали прошение владыке. В то время и все, и там был, и там батюшка был. Он, значит, попросил нас сделать копию с нее. Мы точно такую же сделали фотокопию на холсте. И там все это было вставлено, а эта икона подлинник нам передана. Поэтому вот у нас такая иконочка теперь существует, Иверская. Вот, есть статья про эту, как от Иверской иконы. Чудеса один военный, у него язвы на ноге были, он 12 лет болел. И вот он, когда приехал сюда и подстоял литургию, у него жена была очень верующая, и он помолился на молебне, и приходит, он уже каждый раз смотрел, как у него там язвы разматывают, у него все язвы затянутые. Он сказал, это ничего. Только чудо может произойти. Монахини монастыря продолжают дело своих предшественниц, заботятся о нуждающихся и паломниках, занимаются благотворительностью, благоукрашают территорию монастыря. Ну, вот это наша просфорня. Духовочка, тут машины, раскаточная, такая, шкафчики там запасные. Для монастыря
И когда нас такие бедные храмы просят помочь, мы тоже не отказываем, и просворочки печем, их ложим их вот сюда. Вот это вот основная у нас рабочая машина. Сегодня ведутся активные работы по реставрации и благоустройству монастырских зданий, которые постепенно передают церкви. Монастырь нуждается в любой помощи, оказать ее может каждый желающий. Сейчас мы подойдем к этому месту, где стоял большой прекрасный собор. Пока еще мы в этом находимся в таком стадии становления, в стадии восстановления. Но то, что здесь место святое, историческое, это мы всегда помним, чувствуем. И, скорее всего, надеемся вот на эти молитвы тех старец, тех вот сестер, которые здесь жили. Они, ведь нет у Господа нет мертвых и нет живых. Души, они все живы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь. Господи, возвод тебе услыши меня. Вон ми глас умоления моего. Внегда о